Ну что, друзья, немножко отошел от адреналина. Флюр, ну, немного покромсало. В принципе, даже можно ловить дальше. Я вам очень рекомендую, если используете вот 110-е, 130-е воблера, используйте флюр не тоньше 0,8. Отлично он выдерживает. Если бы стоял бы флюр 0,5, она могла бы его перекусить. Запросто могла бы перекусить. Так что вот так Орбит от BR King неплохо сработал. Видите, там, где трава рдест, распускаться кувшинка. Есть! Есть! Хорошая. На втором забросе. Придется выкачивать хорошую мою. Вот эта дура. Где-то под трешку. А может быть и больше. Ох. Да. Придется залазить в болото, наверное, чтобы ее достать. Поводок глотнуло, блин. Здорово. Тихо, 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 тихо. Блин. Под траву ушла, подожди. Не держи. Сейчас немножко устанет. Это крокодил на четверочку где-то. Не держи за плетенку. Ага. Хватай, вытаскивай ее. Пятерка. Или шестерка. Обалдеть. У тебя весы есть с собой? Нет. Карбон что не меняешь? А я не меняю, у меня 0,8 стоит флюр. Нормально, видишь, его не перекусывает даже близко. 0,8 отлично. У меня это есть только. Разумля спасу. А у меня сейчас я достану. Вот это да, это шестерка где-то, наверное. Даже у Петра аж адреналин, дыхание сбилось. У меня еще от неожиданности еще тут просто даже ничего не сыграло. Вот это место хорошее. Да, вот это щучка. Я ее отпущу, потому что иначе у меня вся рыбная ловля на сегодня будет прекращена. Нельзя ее забирать. Тем более такая здоровая трофейная щука. Пускай кто-нибудь еще поймает, порадуется. Сейчас будем доставать воблер. Да. Вот это 110-ка сработала. Во. Ое. Орбит 110. От BR King. Кто говорил, что он не ловит, а ловит только оригиналы. О! Хорошая ты моя, ну куда тебя отпустить? Придется себе тут кидать. Ну давай. Пошла.